кондиционеры начинают. Очень сильный ветер дует, это пипец как. На улице плюс 34. Ну, мы врываемся. Надеюсь, меня слышно. Погнали. Турнир. Пятерки. Мощное усиление. Давайте сейчас будем усиляться с помощью вот этого крокодила. Так, ну что, как там по обороне? Совсем сливаю, понятно. Видимо, акула у меня вообще не тянет. Прикольно. Блин, фиолетовые центры у всех. Без желтых, ну... Такое, среднее по обстановке. Но зато можем синее брать. Без... Так, ну вот здесь. Так, ну не страшаюсь брать синих. Давайте, наверное, дед в костюме больше дает эпика. Всяких усиляшек. То есть он будет накидывать 20% к атаке. Кого можем еще взять? 3+2. Торн, Беном. Давайте первую. Я просто не знаю, Кадилен здесь как вписывается, не вписывается. Будет уклонение ставить. Тут массовики. Ну поехали, ладно. В принципе, будет сейчас исход понятен по стартовой полене. Но она такая. Не ахти. Есть синий цвет, есть, в принципе, зеленый. Давайте начнем с зеленого. А там уже, глядишь, подъедет. Камень. Сильно летит, сильно. Так. Ладно, взрываем. Ого. Хорошо так вдамажило. Добиваем давайте тогда. Если пробьем. Пробили. По-хорошему бы Бену зарядить. Давайте Домицию добьем. Должны, по крайней мере. Нет, не хватит ли она? Не хватило. Так, ну раз там сейчас за медлом не кинет. Телури до сих пор ставят. Я балдею вообще. Но это какая-то безысходность, если честно. Там Скади. Но у меня тут усиление. Вагонище висит. Атаки вжарено. Так, отлично. Так вот аккуратненько здесь вот четверочку скидываем, зелень. О, ну это победа должна быть. Ну пускай Скади бьет. Сейчас мало того, что в контратаку влетит, и мы добиваем ее Торну. Ну все, первый бой шикарен, в принципе. Не скажу, что легко было, но так. Не напряжно. Так. Хочется взять тоже 3+2, но уже с красными. Нет, синими. 3 синих. А здесь 2 красных. Каких? Клык. Зла. На один другого краша. Ну, поехали. Там Элканин на костюмах, на разлимите. Ох ты ж, елки-палки. Надо было с зелеными оставаться. Давай вот здесь. Подвели. Ну,
максимально скидываем. Прямо вот реально, ой-ой-ой. Снесли Кагана, но это классно. Это классно. Ну, Ян Май, наверное, не будем трогать. Вот так сделаем. Все равно она летит. Но это Хрюндель нам даст минус... Нет, наверное, не даст все-таки. Ага. Вижу ход. Блин, сколько зелени на этом турнире. Ну, это ж капец. Так, хочется, наверное, вот здесь забрать угол. Получится. Не получилось. Бену не успел зарядиться. Жаль. Ладно, сносим тогда эту дамочку. Ну и остается дело за малым. Она все равно ультует. И это победа. Далее. Не, Спену тут вообще решает. Контратака — это прям космос. В чем здесь Ян Май, интересно, хороша? Блин, здесь Клайерн стоит сбоку. Вот он может здесь, конечно, портить вместе с Рель. Блин, столько зелени. Неужели зелень взять? А возьму зелень, сейчас не угадаю. Ну, если только, смотрите, взять... так как здесь синие. Красный. Три зеленых, если возьмем. Хотя Расулу не хочется убирать. Я даже не знаю, кого здесь из зеленых взять. Ну, Ляну точно. По-хорошему хил нужен Мелиндер. Чтобы снимал всякую бяку. Ну, давайте, ладно, вот так. Так, по отрядам 17-6 пойдет. Пойдет. Ой, даже не знаю, что сейчас будет. Какой-нибудь замес. Сюда. Как будто вот так хочется сделать. Ну да. Раз. И два. Ну и там Абакан ультует. Абакан еще та шляпа. Но он ультует. Это, конечно, не самое страшное. Самое страшное, что камня никакого нет. Вот надо делать. Поехали. Вот так. Блин, не хочется мне под контратаку бить. Но, походу, соединить придется. Фух, клюка. Блин, вообще печаль. Да, Ян Май нас тут убивает. Ну, хотя бы один минус. Ладно, первый проигрыш. Не страшно, но здесь очень непонятно, очень все такое, знаете, субъективное. Абакан по центру — это пипец. Давай, а давайте желтых возьмем здесь. Три желтых. Бену оставим. Три желтых возьмем. Причем
Прикол. Каких желтых? Желтых нет. Давайте фиолов возьмем. Знаете, вот так вот необычно сейчас сыграем. Очень нестандартная команда. Для дикого контента. Давайте, погнали. Ну, почти. Ну, почти. Опа, сняли его. И погнали. Кого бы взять здесь? Оборот. Вот этого. Дамочку. Блин, фу. Давайте не победите. Нужно, чтобы кританул камень. Ай, блин. Ладно, это добиваем, на самом деле, здесь хорошо встало. Заряжаем Бену. Этот ветер просто дает всем прикурить. Такое предупреждение, на самом деле. Так, навесили там. Смотрите, Шанхай что делает. Просто сдувает. Смотрите, как он накидывает, во-первых. Бабах. Так. Здесь бабах. Блин, просто смотрите. Шанхай — это что-то вообще нереальное. Ну, они, конечно, себе такие уже не актуальные. Переродившиеся. Не опасно они бьют, конечно. Можно их вот так легонечко. Пам-пам-пам. Победа. Что еще последний? Синих. Давайте трое синих. Хотя Маликна. Поехали так же. Все абсолютно можно. Не париться в этом плане. Поставимся точно так же. Ну, сейчас, в принципе. Есть. Было в Янмай базе дать минус. Ну да ладно. Сейчас дадим. По идее, сюда. Ну-ка, фиолы давайте. Вот так вот сдувает, смотрите. Просто Шанхай делает дело. Ну что, на этом все. Всем спасибо и пока-пока. Получается, что одно поражение.